Привет, друзья! Приехали мы на первый объект посмотреть, как у нас тут что цветет, растет. Вот помидорочки. Блин, тут ветки падают, мы их не подвязываем, конечно, это очень плохо. Ага. Ну, вот помидорочки есть, помидорочки, вот помидорки. Вот помидорки. Есть, помидорки есть. Это при том, что мы добавили наше удобрение. Оно хорошо себя зарекомендовало. Но у нас случилось небольшое горе. У нас на ДВЦ огурцы. Они стали засыхать, так как мы 4 дня сюда не приезжали. И вода у нас полностью, корневая система всю воду полностью выпила. И тут очень много таких вот подсохших, засохших огурцов. Но их много, но, конечно, мы воду добавили, добавили и удобрение. Посмотрим, как оно отойдет, не отойдет. Очень, конечно, плохо, блин. Ну, надеемся, что все же отойдет. И сорвали мы 2 вот таких огурчика. Это сорт 3 танкиста называется. А ну, попробуй, какие-то вкусовые качества. Обычный гидропонный огурчик, ничем не отличающийся от выращивания на земле. Очень вкусный и сладкий, кстати. Сорт 3 танкиста, не знаю, в этом году первый раз мы их садили. Сладкий очень, вкусно. А покажи внутри, какой он. Обычный, мясистый, семечка мелкая. Ой, запах классный. Запах, да, хороший. Очень классный такой запах. Очень вкусно. Потом еще придешь, попробуешь помидорки. А что договорились? Буду дегустатором. Все, друзья, в общем, вот так вот происходит наше выращивание. Ой, клубничка, клубничка стала отходить. Ребята, как это классно, это круто. На украинских удобрениях вообще, ну, все стало просто помирать. А тут мы добавили свое, и стало все возрождаться. О, смотрите, сколько помидорочек. Друзья, это круто, все растет, все классно. Потом в дальнейшем мы будем... Сарков, я сейчас съем. Кушай. Приятного аппетита. Ты же огурчик. Спасибо. Я же думаю, не каждый раз человек ест гидропонный огурец. А тебе предоставилось? Нет. А? Думаю, что нет. Ну вот. Все, друзья. В общем, вот так. Ставим лайчики, пальчики. Подписываемся на каналчик. Ссылочка будет в группе внизу. Все, друзья. Всем хорошего урожая.